Всем привет, дорогие друзья, с вами я, тут мы продолжаем играть с вами в Transport Fever 2. Сегодня будем продолжать проходить третью главу, задание будет называться «Грешный юг». Отправимся с вами во Флориду, будем заниматься контрабандой, ну и будем выполнять бонусное задание «Длинная рука», «Пока аллигатор» и «Республика Конг», которое мне не удалось выполнить, но мне чуть-чуть оставалось до того, чтобы его выполнить. Я надеюсь, что мы с вами все это вместе сделаем. Итак. Солнечный штат в начале 80-х годов. Еще недавно Флорида считалась раем для пенсионеров, а ныне переживает небывалый расцвет. Сомнительные предприятия в огромном количестве гнездятся в прорастающих в центре Майами небоскребах. Несмотря на торговые санкции против Кубы, некоторые кубинские товары появляются в американских магазинах, и происходит это именно здесь. Ну и давайте начинать. За свою жизнь вы перепробовали немало занятий. И теперь координируйте самые разные транспортные службы Флориды. Ваш наниматель – некая дама, пожелавшая остаться неизвестной. Ваша цель – разбогатеть, а что же еще? Это все законно? Ну… Живем только раз, правда? Так, ну что, контрабанда. Ну, на Кубе есть все, что нужно. Жаль, только импортировать ничего не получится. США наложили на островных коммунистов торговые санкции. Но даже американские конгрессмены любят кубинские сигары и добрый ром. Босс поручает вам перевезти товары с Карибов в Америку. Главное, не попасться. Ну и так, давайте делать, продолжить. Итак, друзья, что же у нас есть? Значит, нам нужно доставить кораблем. Помогите сообщникам доставить США сигары и ром. Все должно выглядеть так, будто вы перевозите тропические фрукты. Каждый корабль должен доставить 50 единиц сигар и 50 единиц рома с Кубы, а также 100 единиц фруктов с Багамских островов в Майами. Друзья, вот это вот совершенно неточная информация, поэтому я вам сейчас покажу, как нужно сделать, так чтобы проблем никаких не было. Итак, давайте вначале посмотрим, что у нас есть. А есть у нас, друзья, у нас даже здесь QS есть. Флорида, Майами, Форт Майерс, Куба, Гавана. Здесь у нас Нассау есть. Вау, вообще красота. Итак, давайте делать то, что нам дали задание. Вначале мы прям вот сюда построим порт. У нас, как вы видите, здесь не все пока активно. Да и потом тоже не все будет активно, но об этом чуть попозже. Итак, мы с вами строим порт. Ой, что я сделал? Я построил не тот порт. Вы удивлены? Надеюсь, что нет. Давайте порт построим вот здесь. Сразу мы его соединили с фабрикой, а этот пошел нафиг. А ты нам, друг, больше не нужен. Помимо вот этого порта, нам понадобится с вами еще, наверное, и док. Док. Где мы будем с вами делать корабли? Ну, давайте сделаем где-нибудь здесь. Есть. Вообще, на самом деле, здесь не так много денег. У нас 200 миллионов там с небольшим. Ну, посмотрим. Надеюсь, что у нас все получится. Берем большой корабль. А, знаете, что я сделал? Неправильно совершенно. Это мы сейчас с вами исправим. Я вот здесь вот сделал маленькую пристань. Маленького размера. Мы ее сейчас настроим. Выберем грузовой большой док. И попробуем с вами его как-то вот сюда присусенить. Ну, например, вот так вот. Да, пусть будет так. Это важно, потому что мы будем брать с вами большой корабль. Так, и идем сюда, покупаем вот этот корабль. Он все возит у нас. В принципе, можно даже пару штук, наверное, купить. Нет, одного хватит. Одного хватит. Берем новый маршрут. Вот это важно. Итак, как нам нужно будет сделать? Нам нужно будет с вами поехать сюда, потом поехать сюда, потом поехать сюда. Но у нас есть проблема, невозможно найти путь для больших кораблей. Так, давайте сейчас мы тогда все-таки с вами сделаем немножко по-другому. Мы вот это вот удалим. Блин, миллионы улетают просто в трубу. Ну, неважно. И построим с вами именно большой порт.
Хотя он немножко другой. Почему-то я думал, что тот сработает, но что-то как-то не очень. Соединяем. Есть все, большой порт у нас. И предупреждений больше нет, все есть. Так, смотрим, проверяем, что у нас получилось по маршрутам. Маршрут есть, все нормально. Значит, едет корабль сюда, забирает лимоны. Отсюда едет сюда, забирает сигары и ром. И отсюда едет уже сюда, в Майами. Но, естественно, для того, чтобы у нас здесь были сигары и ром, нам нужно еще сделать и еще одну вещь, не менее важную. Соответственно, сделать еще автомобильные перевозки, которые будут на острове у нас работать. Сейчас мы этим с вами и займемся. Вот так вот мы ставим. Сюда ставим тоже. Есть. Отлично. Сделаем с вами автомобильное депо. Так, ну и давайте делать. Купить транспорт. Давайте пяток таких сделаем. Новый маршрут отсюда сюда. Давайте еще купим. В принципе, там можно поменьше грузовички. Вот такие вот взять. Вот тоже, наверное, штучек 6 возьмем. Так. Новый маршрут. Это у нас будет отсюда. И вот сюда. Есть. Все. Понеслась у нас движуха. В принципе, все, что нам нужно сделать, мы сделали. Давайте запускаем, посмотрим, как это у нас будет работать. Проблем здесь сейчас никаких не будут. Проблемы будут с полицией дальше. Поэтому, в принципе, смело можете возить, как хотите. Даже если хотите, можете отдельно возить и лимоны, и сигары. Главное набрать вот эти вот значения. То есть это не обязательно все на одном корабле везти. Но если повезет, у нас получится, что мы везем все это на одном корабле с вами. Так, а здесь у нас, смотрите-ка, корабль уже загрузился ничем. 220 у нас пустых точек. И он у нас идет в Майами. В Майами нам не надо. Нам надо, чтобы он шел и не в Гавану, а на Нассау пересадка. Вот сюда. Вот сюда пусть он и идет. Посмотрим, как это будет работать. Лимоны, как вы видите, уже появились. Здесь у нас уже с вами появились первые машинки. Можно даже вот так вот это, опа, заметить, замедлить. И посмотрите, как это все симпатично выглядит. Вот такие, не знаю, как он там называется, Питербилт грузовик или как там, не знаю. Здесь есть у нас какие-нибудь детали? Очень хорошо, нет, здесь названия нету. Но это, наверное, можно посмотреть в гараже у нас. Во время покупки. Да, Питербилт, вот. И маленькие Исузи. Кстати, между прочим, говорят, очень неплохие грузовички. По крайней мере, американские грузы. Перевозчики, которые используют маленькие грузовики, очень рекомендуют брать себе в парк именно Исузи. Очень они у них пользуются популярностью. Видимо, наверное, из-за надежности, я не знаю. Так, ладно, поехала у нас вся эта красота. Пока она у нас ездит пустая, отсюда вот, вот уже какие-то поехали ящички. Видите, да? Отлично. И уже какая-то прибыль пошла. Отлично. Все, появились у нас первые сигары и первый ром. И где наш корабль? А, наш корабль еще за лимонами плывет, смотрите-ка. Потом, когда вся эта эпопея с контрабандой закончится, мы сможем с вами просто лимоны возить в прибыль. Лимонная ферма. Кстати, лимонных ферм у нас не было. Как вы любите лимоны? Я вот лимончики люблю. Иногда прям так разрежешь, съешь. Ну или куда-нибудь добавить, тоже прикольно. Есть. Вот, загрузили мы 55 лимонов. И сейчас у нас все это дело едет сюда. Мне нужно, чтобы он нормально загрузил и нормально сделал первую ходку. А дальше, значит, у нас уже все отработано, и мы можем заниматься совершенно абсолютно другими другими делами. Так, но сейчас нужно дождаться, пока он приплывет, этот первый корабль. В принципе, опять же, если хотите, чтобы побыстрее, можно купить два корабля. Он просто все это дело будет быстрее делать. Но... тут уже смотрите на ваш вкус и цвет. Сейчас он быстренько приплывет, заберет, посмотрим, что получится. Потом, наверное, сделаем паузу, пока он выполнит все это задание, потому что оно будет, ну, достаточно долго выполняться. Хотя, если мы правильно все настроим, то все пойдет достаточно быстро. Посмотрим.
Итак, подходит корабль. Сейчас посмотрим, сколько он у нас заберет, чего здесь. И вообще заберет ли. Так, почему-то он лимонный. Часть лимонов сюда скинул и забрал. 22 рома он взял и 15 сигар. Ну, а нам нужно вот такие значения. Ну, ладно, нормально. Значит, где-то в две ходки мы должны будем уложиться. Друзья, сейчас я сделаю паузу, и когда все это у нас произойдет, мы с вами продолжим. Итак, наш корабль приплывает. Не знаю, получится у нас сейчас в этот раз или нет. Ну, давай, покажись. Да, есть, отлично. Итак, смотрите, избежать встречи с пограничным патрулем. Пограничники усилили бдительность в отдых вокруг полуострова. Смотрите, не попадитесь. Так, длинная рука закона. Здесь вы будете работать беззаботно. Учтите, въедливые копы постараются испортить вам жизнь. Не вздумайте попасться. Принять. Не попадайтесь полицейским патрулям. Итак, избежать встречи с пограничным патрулем осталось 239 секунд. Значит, мы не должны попасться с вами вот в этот круг с контрабандой. Что мы с вами сделаем? Мы с вами пойдем к нашим кораблям. Даже, наверное, вот сюда, вот первая линия. И уберем порт Гаваны. Будем плавать на самом Майами. То есть мы будем возить с вами, видите, да, там был сейчас у нас путь. Будем плавать за лимонами и обратно. Но лимоны — это не контрабанда, поэтому ничего страшного здесь нет. И совершенно спокойно пройдут у нас вот эти вот секунды. Так что здесь у нас вообще все без проблем. Здесь мы сейчас еще продолжим с сигарами и с ромом. Но это будет уже чуть-чуть попозже. В принципе, можем даже уже сейчас начать. Нам нужно будет вот сюда вот поставить с вами грузовую станцию. Вот куда-то сюда. Сейчас поставим. Через Shift. Вот так вот пусть будет, да. И сейчас мы перекинем наши маршруты, вот эти вот, сделаем их следующими. Итак, маршрут второй. Это у нас большие машины, мы их отсюда убираем, добавляем станцию. Избежали мы встречи с патрулем, делаем вот сюда и вот сюда. И вот эти вот сейчас тоже соединим линии. Здесь убираем. Добавить станцию вот сюда и вот сюда. Есть. Итак, возить товары по морю стало рискованно, значит, полетим на самолете. Оформите всю туристическую авиакомпанию, чтобы власти не цеплялись. Каждый самолет должен доставить 25 единиц сигар и 25 единиц рома с Кубы, а также переправить пассажиров 50 штук из Насау в Майами. Так, ну, здесь, в принципе, что мы можем сделать? Значит, смотрите, покупаем самолет. Даже можно несколько самолетов. Сейчас попозже. Господин Ману Микаэл, довольно подозрительный финский бизнесмен, намерен попробовать разводить аллигаторов здесь, во Флориде. У него есть одна проблема: в загоне для аллигаторов дыра, и не менее десятка рептилий пропало. Надо помочь отчаявшемуся фермеру отыскать подопечных, пока те сами не нанесли ему визит. А чтобы рептилии не разбежались, потребуется много лодок. В указанной области должно быть одновременно находиться суда на воздушной подушке 5 штук. Окей. Так, давайте мы спокойно, чтобы у нас пока ничего не было, сделаем. Берем 3 самолета. И делаем новый маршрут. Маршрут у нас будет такой. Значит, загружаемся здесь. Едем сюда. Дальше. Едем сюда. Едем вот сюда. Вот такой вот у нас хитрый прием будет. Не знаю, что у нас из этого получится. Но в любом случае, если мы что-то закончим раньше, мы просто отменим остальные. Это первое. Второе. Второе, нам потребуется с вами 5 судов на воздушной подушке. Где они у нас? Вот они у нас. Берем 5. Купить. Выбираем их и делаем опять новый маршрут. Маршрут у нас будет отсюда и вот сюда. Отлично. Все, понеслась.
следим с вами за судами на воздушной подушке, но и не забываем про доставку груза самолетом. Так, ну вот эти вот ребята в правильном направлении пришли, их нужно тормознуть будет вовремя. Давайте тормозим. Ай. Так, стоп. Вот этот давайте тормознем. Вот этот тоже тормознем. И нам еще два остается. Сейчас попробуем их тормознуть. Оп. Так, вот по поводу этого я не уверен. Ну, посмотрим. Тоже тормозим. Их, наверное, надо еще пустить его. Нет, тормознулся нормально. А вот этот придется запустить. Все, есть, хорошо. Пока аллигатор. Аллигаторов мы загнали. Ну, а вот эти вот все можно запустить, чтобы они начали ездить и перевозить пассажиров по вот этому маршруту. Достаточно простое задание. Ничего сложного в нем нет. Будут более сложные задания у нас сегодня. Мы все с вами это увидим. Так, все, поехало. Все работает. Все, зашибись. Отлично. Ну что, мы ждем с вами самолетов. Пассажиров перевезено у нас 50. Должно быть Рома 25 и 25 сигар. Что нам нужно посмотреть? Нам нужно посмотреть, чтобы вот сюда начали доставлять сигары и Ром. Да, уже все есть. То есть здесь у нас уже ждут наших самолетов. Это хорошо. И там уже даже первые самолеты начали садиться, я смотрю. Но пока они пустые ездят, летают, точнее. А нам нужно дождаться, чтобы они забирали пассажиров и, соответственно, также не только на Нассау улетали, и не только на Майами. Вот в Гавану, например, пусть летит. Чего они все толпятся у нас здесь, да? Ну, это вот можно, кстати, например, отправить в Майами, пусть летит. Все, нормально. Давайте подождем сейчас, и как все это произойдет, мы с вами вернемся. Так, итак, задание мы выполнили. Доставка грузов самолетом, избежать встречи. Ага, нам надо поставить на паузу, друзья. И самое простое, что сделать можно, просто-напросто по линии, где у нас летают самолеты. Это, по-моему, у нас линия 5, что ли. Нет, 4, да. Просто-напросто все эти самолеты удалить на время проведения операции. Потом заново купим. Они нам еще понадобятся. И все, давайте запускаем. А я пока здесь делаю небольшое улучшение автотрассы. Для себя, друзья, не для вас. Ну, просто я считаю, что трасса должна быть скоростной. Так, сейчас мы здесь тоже что-нибудь сделаем. Опа, опа. Блин, да что ж такое-то? Здесь такие узкие места. Ладно, пусть побыстрее будут у нас ездить здесь машины, а то ездили, ползали кое-как. Так, нам осталось 103 секунды, 102 секунды для того, чтобы пережить, и, по-моему, больше полиция нас беспокоить уже не будет, и мы сможем спокойно, совершенно спокойно возить и ром, и цигарки. Все, все отлично будет. 30 секунд, и мы будем с вами спасены. Ну давайте, 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 завозите. Есть. Ваша надежность весьма радует нанимателей, и это хорошо, даже думать жутко, что бы она сделала, если бы не была довольна. Ладно, капусту вырубите, будь здоров, но власти могут заинтересоваться, откуда берутся деньги. Так что вложитесь в какой-нибудь нормальный бизнес. Если не станете этого делать, то они что-нибудь разнюхают. Найдите объект для инвестиций. Есть несколько вариантов. Вложиться в уютные спальные районы для пенсионеров или помогать безбашенным студентам сбросить напряжение после учебы, предлагая им достойные места для выхода энергии. Давайте построим район для престарелых. Отлично. Вложите выручку от мутных делишек в постройку уютных домов престарелых. Только так можно спасти денежки от властей. Все отлично. Сейчас мы всем этим займемся, но единственное, нам нужно будет с вами опять купить несколько самолетов. Не знаю, штучки 3, наверное, будет достаточно, опять же, так же, как у нас и было.
И, соответственно, выведем их на маршрут, четвертая линия. Все, полетело. Да, единственное, на четвертой линии нужно будет нам кое-что убрать. Управление линии вот здесь вот я, чтобы побыстрее у нас было, убирал ром. А мы его сейчас добавим, пусть будет, чтобы они все возили. Так, ну и смотрим. Значит, вот здесь вот у нас должен быть дом престарелых. Так, район для престарелых. Нам сюда нужно будет добавить стройматериалы и сигары. Отлично, давайте посмотрим, куда нам добавлять сигары надо. Ага, вот сюда вот доставлять. Отлично. Ну, сейчас все с вами сделаем. Все будет зашибись, как говорится, в лучшем виде. Берем, ставим с вами грузовую. Станцию. Есть. И еще нам нужен будет кирпич. Вот так вот. Есть. Отлично. И теперь мы с вами делаем вот какую вещь. Сейчас мы улучшим дорогу. Сделаем более быстро ее. Я думаю, что вот такого варианта там будет вполне достаточно. Здесь у нас нет, не пролезет. А здесь мы сейчас, знаете, что сделаем с вами? Вот что. Так вот обрежем и вот сюда вот подведем дорогу скоростную. Ой-ой-ой. Ну вот так вот, наверное. Чтобы побыстрее у нас товары доставлялись. Ну ладно, здесь сделали и сделали, они фиг с ними. Так, дальше. Дальше нам, естественно, потребуется с вами построить не что иное, как депо автомобильное, потому что у нас здесь еще нету депо. Где-нибудь здесь вот поставим. И давайте, наверное, не знаю, на маленьких грузовичках, на больших, на маленьких. Давайте возьмем пяток таких. Новый маршрут. Отсюда сюда. Так, ну нам еще нужно будет винище. Винище мы будем вот отсюда тащить. Берем опять грузовую. Ать. Вот так. Есть. И еще покупаем машин. Еще пяток. Есть. И новый маршрут отсюда. Вот сюда. Есть. Можно, в принципе, проложить вот здесь вот трассу. Я думаю, что мы так сейчас и сделаем с вами. Вот так вот скоростную. Есть. И улучшим вот эту. Вот так вот пусть будет. Ну, немножко кривовато получилось, но ладно, пусть будет так. Здесь можно ее улучшить. Вот так вот. Побыстрее сделать. В принципе, здесь тоже можно улучшить. Давайте так и сделаем. А, здесь не дает, смотрите-ка. Ну, пусть будет вот так вот. Все, дожидаемся результатов, когда нам привезут стройматериалов и сигар. Ну, хотя бы давайте по одной получим. Вот, стройматериалы, я вижу, уже забирают, уже туда отвозят на наших маленьких смешных грузовичках Isuzu. И еще должны будут привозить сигары. В принципе, смотрите, сигары, раз они привозят, алкоголь нам не нужен. Мы его тоже можем отсюда исключить. Из загрузки с четвертой линии, управление линии, вот здесь вот Гавана, давайте уберем его. Потому что нам только сигары нужны будут. Так, что у нас, самолеты будут в сухую летать? Сейчас посмотрим, что он за нас грузанет. Должен только сигары грузануть. Смотрите-ка. Да, только сигары пошли. Отлично. То, что нужно. Да, что-то у нас здесь такое активное движение пошло. Прям ух. Но у нас еще, как вы видите, много ждет. Чего, хлебушек у нас здесь будет.
всякая фигня. Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, я опустил еще один корабль по пути Нассау-Майами, который перевозит лимоны. Соответственно, теперь у нас больше лимонов перевозится, хотя вот это предприятие, оно как работало, не очень так и работает, не очень. Доставка чего-то, видите, как-то не фурычит, и транспорт. Ну да ладно, посмотрим, что будет получаться. Хотя я так понимаю, что корабли ходят полупустые. Об этом мы можем с вами судить. Вот по вот этому значению всего лишь 58 лимонов из 110 возможных на одной палубе и еще 110 пустых на другой. В принципе, не знаю, можно обойтись, наверное, даже одним кораблем. Сейчас, знаете, что сделаем? Вот этот вот мы с вами корабль продадим. Управление транспортным средством, да. Я думаю, что будет один корабль вполне справляться. Зря я второй завел, и вам тоже, в принципе, не рекомендую. Но когда будете делать задание, можно и двумя кораблями воспользоваться, чтобы просто побыстрее происходило. А когда уже сделаете его, как я, то можно, соответственно, делать и на одном корабле, ну, так, чтобы вам прибыль была какая-нибудь. Так, давайте проверим, все ли правильно оно нас загружает, потому что что-то у нас здесь коробки еще получились, и я боюсь, что их вон туда же тоже тащат в Майами, а мне совершенно это не нужно. Блин, смотрите, он 50 на 50. Ладно, хорошо, раз так, тогда давайте сделаем вот так вот. Уберем здесь из загрузки коробки. Вот сюда вот, опа. И этот уже должен будет только сигарами загрузиться. Хм, странно. Что-то как-то маловато сигар он загрузил. Ну ладно, пусть будет так. Смотрите, 46 стройматериалов мы доставили, 8 сигар, но, по крайней мере, наша схема работает, поэтому просто дождемся окончания ее, когда все это до конца дойдет. Есть, отлично, мы все с вами выполнили. Давайте тормозим. У нас теперь есть задание избежать встречи с полицейским постом. Так, а где же у нас пост? Ну, неважно, где пост, мы сейчас просто-напросто самолеты лишние продадим и таким образом все это избежим. А потом при необходимости опять купим. Все, есть. Все продали. И теперь возвращаемся назад. А, вот где. Так, друзья, стоп. Это может быть немного чревато. Сейчас посмотрим, нет ли у нас груза подозрительного. Так, здесь пустая машина, а здесь... Тоже вроде как пустая. Ну ладно, давайте поехали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вот эта вот машина еще. Это у нас кирпичи везутся. Здесь возились раньше сигары, но сигар здесь у нас на складе нету. Вроде как мы все, да, избегаем пока что с вами. Отлично. В принципе, вот этот вот маршрут можно вообще убрать уже восьмую линию. Грузовики нам еще понадобятся, возможно, но потом просто купим еще. Да, давайте продадим и восьмую линию закроем. Есть, все отлично. Ну а кирпичи пусть возят, ничего тут такого экстраординарного я не вижу. Пять секунд, 4, 3, 1, все готово. Длинная рука закона выполнена, задание «Не попадайте» сделали, избежать встречи с полицейским постом сделали. Вам удалось вложиться в легальный бизнес, ваши руки чисты, но тем временем арестовали многих посредников, и ваш босс решил бесследно исчезнуть. Возможно, вам стоит заняться чем-то законным. Съемочная бригада собирается снимать сериал о печально известных улицах Майами. Ваша экспертиза здорово пригодится».
Сериал повествует о двух красиво одетых следователях под прикрытием, которые проникают в преступные подполья Майами. Благодаря вашему опыту эти зрелищные сцены станут особенно реалистичными. Постройте различные декорации для шоу в разных районах и аэропорту. Короче, поехали, давайте строить. Так, вы сбежали. Тоже делаем хорошо. Отлично, давайте смотреть. Первое. Выполняйте фигуру высшего пилотажа, двое серьезных полицейские стали на след банды контрабандистов, которые пытаются провести эти товары на самолете. Проведите самолет через указанную область и щелкните по нему. Давайте смотреть, где указана область. Все, вижу. Давайте тогда запускаем с вами еще раз купить. Так, так. И четвертая линия. Давай, полетел. Здесь, кстати, можно убрать всю контрабанду с загрузки. Но он уже загрузил ее. Ладно, фиг с ним. Сейчас посмотрим. Нужно будет щелкнуть еще по нему. Окей, сейчас щелкнем. Давай, дружок, лети. Потом мы тебя просто продадим. Ты нам, в общем-то, не нужен будешь. По идее, должен через эту область пролететь. Если я все правильно помню. Так, тормознули и щелкаем. Вуаля, готово. Так, управление транспортным средством. Продаем. Есть. Работаем дальше. Так, производство сериалов. Смотрим, 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 что у нас есть еще. Вот здесь вот. Так, что-то я уже все сделал. Окей. Здесь что? Доставьте 50 единиц еды съемочной группе. А съемочная группа у нас находится вот здесь. Еда у нас находится с вами вот там. Но давайте сейчас попробуем сделать. Значит, берем шоссе. Прокладка. Вот так. Нет, здесь у нас не получится ничего. Вот так вот, наверное. И вот здесь вот придется вот как-то вот сюда проложить. Есть. Берем постройки, берем грузовую станцию. Есть. И, в принципе, вот эту седьмую линию мы с вами сейчас перепроложим. Значит, убираем отсюда, добавляем сюда. И добавляем. Нам ее нужно построить, забыл я построить совершенно. Так, 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 где она у нас? Вот она у нас. Есть. Вот сюда. Возвращаемся сюда, седьмая линия, и вот так вот. Есть. Все, поехали они. Отлично. Мы смотрим дальше. Здесь у нас установите дорожное заграждение, чтобы ни один автомобиль не смог проникнуть в указанную область. Телевизионная съемочная бригада снимет сцену несущихся по Майами следователях. Да, давайте поставим. Вот так. Вот так. Можно вообще вот так вот взять и убрать. Все, есть, все сделали. Отлично, мы красавцы. Так, идем улицы опять и прокладываем заново дорогу. Есть. Так, 3 из 5 мы с вами сделали. Нам нужно обеспечить хлебом съемочную группу. Мы ее обеспечиваем. И, друзья, нам нужно будет еще потом доставлять, короче, соединить вот эти два района. Сейчас мы этим как раз с вами и займемся. Пока у нас там все дело происходит, мы с вами сейчас займемся постройкой автобусного маршрута. Давайте сделаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь он доходит до Майами. Здесь мы тоже проделываем его.
И вот так вот, наверное, этого будет достаточно. Так, давайте десяток автобусов купим. Таких вот. Есть. Выбрали. И делаем новый маршрут. Который будет два города вот эти соединять. Уж не знаю, насколько это правильно, но схема работает хорошо. Обычно много людей ездит по таким маршрутам. Ну, здесь вот пусть будет так. Все, окей. Все. Автобусы мы пустили. Пусть у нас все это работает, отрабатывается. Ну, а мы с вами дожидаемся, пока привезут хлеб. А между тем, хлеба уже половину привезли наши автобусики. Вот эти маленькие и веселые синенькие Сузуки и Сузи. Или Исузу. Фиг его знает, как оно там называется. Так, смотрите, еще привез. Еще, давай, давай, давай. Мы даже паузы не будем делать. Сделали. Отлично. Отлично, отлично. А, дорожное заграждение мы с вами сделали. Все это сделали. Производство телесериалов. Так, у нас с вами еще, друзья, знаете, что осталось? У нас с вами еще остался единственное вот это вот последнее задание. Смотрите, нам нужно по сценарию плохие парни должны взорвать здесь несколько мостов. Вы, конечно, никогда таким не занимались, но слышали, как это делается. Взорвите не менее 3 мостов за 10 секунд. Ну, это вообще элементарно можно сделать. Мы прям вот так вот паузу ставим. И раз, два, три. Все, выполнено. Так, расцвет туризма. Рейтинги телесериала зашкаливают. Все, конечно же, благодаря вашей помощи. Опытная... Отныне вся Америка уверена, что Майами не только опасен, но и невероятно сексуален. Красивые и богатые поддаются этому порочному притяжению и приезжают в город в поисках захватывающих приключений. Кроме того, Флорида стала привлекательным туристическим направлением для других целевых аудиторий. Деньги тут текут рекой. Привлекайте различные целевые аудитории интересными предложениями. Для всех должно найтись что-то свое. Молодым, богатым, чудиком и традиционным семьям. Еще перед тем, как мы все это начнем делать, мы с вами давайте построим здесь вот мосты назад. То, что разрушили, да? Чтобы у нас транспорт ездил. Есть. Восстановили инфраструктуру. Ну и давайте смотреть, что. Итак, здесь. Отвезите 50 человек из Майами на катере в Эверглейдс и заработайте 10 тысяч на судах с воздушной подушкой. Отсюда сюда. Так, это мы заработаем и без нашей помощи. Здесь. Отвезите 30 человек из развлекательного комплекса для студентов. Вот отсюда. В Майами. Вот сюда. На автобусе и доставьте в Майами 50 единиц еды. Так, отлично. В Майами нам нужно будет доставить 50 единиц еды. Еда, 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 еда. Смотрим, где нам требуется еда. Еда требуется здесь. Придется переделывать немножко. Ладно, не страшно. Идем сюда, постройки. Выбираем грузовую станцию. Ищем, куда бы ее впердолить. Ну вот, например, сюда. Есть, окей. Дальше. Берем с вами шоссе. Двухполосная. И делаем вот так вот. Оп. Есть. Здесь, кстати, можно вот так вот сделать. Чтобы ускорить продвижение. Дальше. Берем вот этих доблестных ребят. Линия 7. Управление линией. Майами. Восток убираем. Прибавляем. Вот сюда. Есть. Поехали. Так, свободолюбивые жители Куэст объявили, что у них теперь своя республика и решили пойти войной на Соединенные Штаты. Причина – таможенные посты США на пути к островам вредят туризму. Нужно помочь островитянам привлечь внимание к шутливой борьбе с государственным произволом. Принять. Фальшивая республика пойдет войной на Америку с черствыми батонами в руках.
помоги жителям вооружиться, пусть как можно больше хлеба остается в пекарнях и черствеет до полного окаменения. Вот здесь вот нужно будет сделать несколько нюансов, и я вам расскажу. Значит, смотрите, сейчас мы привезем сюда хлеб, обеспечение отдыхающей молодежи, да, вот 0,50. Привезем вот отсюда сюда хлеб, дальше закроем этот путь, и хлеб будет никуда не вывозиться. Вот этот вот дорожный путь мы сейчас тоже уберем, чтобы у нас отсюда ничего не выезжало и никто не выезжал. То ишь ты, езди тут, понимаешь. Но перед тем, как начать вот это делать дополнительное задание, нам нужно будет быстренько перевезти еду сюда. Кстати, людей мы уже перевезли. Так, но тут есть еще один маленький нюанс. Значит, у нас осталось последнее задание вот здесь. Звучит оно так: эксплуатация трамвая, трамвайной станции. Key West – рай для чудаков. Они любят все нестандартное. Перевозить их на трамвае – весьма необычное транспортное средство для США 80-х. Постройте трамвай в Key West и перевезите 20 человек. Вот это задание нужно делать после того, как вы сделаете задание по черствым батонам. Иначе у вас быстрее закончится основная игра, нежели вы выполните третье дополнительное задание. Это очень важно. Ну, что, сейчас посмотрим, что у нас тут здесь по еде. По еде у нас, смотрите, 11.50. Перевозка семьи, перевезите людей, заработайте деньги, мы сделали. И осталось еще 50, вот из 50 людей, соответственно, 14 человек перевезти. Но это не проблема. Это у нас делается все автоматически. Мы ничего не делаем, да? То есть вот у нас отсюда, сюда идут катера и все перевозят. Сейчас мы ждем хлеба для того, чтобы закрыть вот этот хлебный завод от наших перевозок. И для того, чтобы там начал черстветь хлеб. Так, друзья, что-то наша схема не работает. Давайте-ка мы сейчас попробуем немножко другую вещь. Выберем маленький один грузовичок и отправим его по маршруту 9-й линии. 9-я линия у нас получается вот отсюда сюда. Смотрите, в чем проблема? Проблема в том, что пока грузовик у нас даже не ездил, у нас вот такая вот фигня получается. Вот эта штука у нас, видите, начала расти, а вот транспорт почему-то на 100% застыл. Я, честно говоря, хочу чего добиться? Я хочу добиться того, чтобы здесь у нас было затаривание станции. Может быть, я просто неправильно понял задание. Именно станция затаривания. Вот, и чтобы грузовичок мог ездить, вроде как, чтобы доставка была, но она была недостаточной. Не знаю, может быть, получится у нас так, может быть, нет. Но в любом случае, сейчас на текущий момент у меня получилось, что транспорт, у меня не опустились эти 100%, хотя здесь даунгрейд завода был и все такое, а наоборот, поднялся до 100%. Но сейчас мы посмотрим через некоторое время, что у нас из этого получится. О, друзья, смотрите, что у нас получилось. Мы сейчас с одним грузовичком используем, значит, апнулись на следующий уровень, вот сюда перешли. Доставка у нас упала, но она растет, но при этом транспорт, видите, на 50% упал при переходе с менее высокого уровня на более высокий уровень. Сейчас мы еще некоторое время с вами подождем, и вполне возможно, что получится, что у нас здесь будет уже 40%, хотя сейчас транспорт, видите, растет. Количество булок здесь затарившихся тоже растет. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Не знаю, не знаю. Вот сейчас, смотрите, уже видите, одна большая булка здесь получилась. В общем, хитрое задание нам какое-то дали. И не совсем правильно я, видимо, его делал. Посмотрим. Итак, друзья, смотрите, какая ситуация. 187 застряло. Иногда спускается чуть ниже, чуть выше. Но вот эти значения, да, растут вниз, 47% сейчас у нас. При том, что фактически ничего не менялось. Как ездил один грузовик, так и ездит. А вот этот объем перевозок падает, да, уже 46%. Напомню вам, что задание будет выполнено, когда будет 40%. Ну, мы к 40% вообще очень близко уже. Смотрите, смотрите, смотрите. Ну, давай еще чуть-чуть. Есть. Итак. Здесь накопилось столько чертова с хлеба, что Америку просто сметет. Всего через минуту после объявления войны самопровозглашенная республика объявила капитуляцию. Но зато пограничные посты убрали. Хорошо.
Так, итак, мы сделали это задание, и нам у нас осталось последнее задание – эксплуатация трамвая, трамвайной станции. Но давайте займемся трамваем. Трамвайчики я люблю, и мы сейчас с вами можем всем этим насладиться. Давайте сделаем вначале трамвайную станцию. Трамвайную станцию и трамвайные рельсы. Вот у нас здесь рельсы. Сейчас мы быстренько их сделаем до Ки-Веста. Такс. Вот он у нас весь Ки-Вест. И просто-напросто проложим здесь маршрут. Здесь достаточно большое количество домиков всяких разных. Может быть, кстати, даже и не по самому Ки-Весту было бы достаточно проложить станцию. Но я, честно говоря, не уверен в этом, поэтому рисковать не буду. Давайте сделаем. Здесь у нас будет конечная. Здесь где-нибудь первая станция. Здесь в начале острова вторая. Вот здесь вот на этом островке. И еще одна станция. Вот здесь вот еще одна станция. Больше вроде здесь жилых островков нету. Дальше тогда мы здесь вот здесь сделаем. Вот здесь сделаем. И вот здесь вот у нас пусть будет первая станция нашего маршрута. Естественно, нам понадобится с вами трамвайное депо. Как-то так. Да, ну и какое-то количество трамваев. Давайте десяток купим. Самых современных торонтовских. Люблю вот эти торонтовские трамваи. Они такие, ух, прям прут меня. Так, новый маршрут. Поехали. Трамвайчики уже наши, кстати, должны были выдвинуться. Сюда, сюда. Ой-ой-ой. Ну, давайте вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Сюда. Здесь вот нам главное попасть туда, куда нужно. Не люблю таких двойных станций, на самом деле. Лучше, когда она на одной стоит. Но это можно всегда подправить. Ну, да ладно. Все. 14 станций у нас получилась. Фиолетовая линия. Симпатично. И куча прикольных вот таких вот трамваев. Сейчас мы на нем проедемся с вами. Смотрите, какой, а? Красавец. Уже современный. Но я что хочу сказать-то вам. У нас же на дворе уже 80-е. В частности, уже почти 90-е скоро наступят. Пробки, правда. Блин, пробки. Эти гребаные пробки. И против пробок здесь особо сильно ничего не сделаешь. Ну ладно, давайте ускоримся. Надеюсь, что все будет у нас зашибись. Переведите пассажиров в трамвай. Ну вот, уже пошли трамваи сюда. Потихонечку начали ездить. В принципе, я думаю, что 20 пассажиров мы достаточно быстро с вами перевезем. Сложного здесь, проблематичного ничего не будет. Главное, что они у нас уже выехали. Уже вот здесь вот там какие-то пассажиры сидят. Ну вот здесь вот, вот так вот я не люблю. Но мне не получилось поставить друг напротив друга их так, чтобы это был... Одна станция, пришлось их две разных делать. Вот как одна, как вот здесь вот. Только с, просто с разными выходами. Но между делом мы уже с вами 7 пассажиров, уже 8 перевезли. Так что не все не так плохо. Здесь, кстати, такие фургончики ездят прикольные. Там вот черный фургон едет. Вот этот вот. Можно посмотреть. Вот смотрите какой. Это Ford F-150, наверное, я так думаю, скорее всего. Хотя, возможно, нюансы. Ну, давайте. 13 человек мы уже с вами перевезли. Нам осталось 7 человек перевезти. И я так думаю, что это будет финал. Финал нашей игры. Давайте, давайте. Скорей, скорей. Чего-то замедлилась движуха. Ну, потому что здесь нужно было делать не одинарную полосу для движения, а двойную, по две полосы в каждую сторону. Да, все выполнено.
Во Флориде все сбывается, ваше дело процветает, деньги текут рекой, и все совершенно законно. Вы построили здесь впечатляющую карьеру. Мы выполнили с вами все три дополнительных вот этих вот задания. Ну, собственно, самое интересное, это была вот эта вот Республика Конг, она такая самая сложная была, с ней немножко повозиться, совсем другим проблем никаких нету. Большое спасибо, что смотрели, приходите еще, будет много всего интересного. Всем пока-пока!